Что ж, поехали, ребят. У нас сегодня интерактивный Elden Ring. В нем вы сможете мешать и помогать мне проходить за донаты. Вот. Я надеюсь, у нас получится классно. Я сейчас попробую по-своему поиграть. То есть собрать гир нормальный быстренько. Побегать. Слушатель активирует гигантская голова за 250 рублей. Спасибо. О, спасибо. 900 рун, это норм. Тут, короче, ребят, от левела много зависит. Чем выше у меня левел, чем сильнее будут обычные враги, которых вы призываете, да, чтобы я их не ваншотал. И тем больше вы рун будете давать, если что. Активирует гигантский краб за 250 рублей. Активирует случайный комплект доспехов за 350 рублей. Сука, что за урод? Не, это не НГ плюс, это просто играем. По сути, мы ее сегодня, может быть, пройдем даже за стрим короткий. Ёб твою мать. Подожди, а почему у меня один хп? Бать, комп не справляется, фомич. Сука, крыса. Крыса говна. Сука. Давай сюда, тварь. Есть, 3-3-2. Сейчас, погоди. О, все, как раз. Сейчас разъебем эту игру, ребят, быстренько. О, спасибо большое. Мага 1980 и Врузер 57 активирует королева Риннала за 700. Да вы зачем сейчас? Ну куда так много-то? Ну дайте ее одну. Вы думаете, ее одной мало будет, что ли? Или дайте я хотя бы чуть-чуть качнусь, чтобы я хотя бы мог отпиздить теоретически. Ну вы чё, ну вот вы вам самим-то прикольно, я же даже, блин, дайте я чуть-чуть качнусь, вот 15 минут, я буду супер подкачанный, я всем пизды дам вашим мобам. Вы же сами расстройтесь, я буду пиздить их направо и налево, только дайте чуть-чуть времени. Мужики, кто помнит, как пинать сейчас? Активирует случайная телепортация за 1000 рублей. Пойдет. Не придется этого рыцаря убивать. Так я сейчас быстро разъебу этот город, ребят. Это мой город теперь. Ебать, куда меня телепнуло. Я понял. То есть меня в концовку телепнуло игры. Прикиньте, сколько костров в игре, и меня телепнуло именно на тот, который ведет к концовке. И чё, неужели мы заруинили всю игру? Сейчас, хочу пробежаться. Активирует случайная телепортация за 1000 рублей. Блин, жесть, это да, это надо поправить. О, Фарум Азула, вообще кайф. Я напомню, что я до сих пор с начальной пушкой, если что. Тут будет непросто. Да сука! Да это пиздец. Ну это вообще жесть, меня телепнуло, конечно. Спасибо, Димка. Спасибо большое. Может телепнуть к боссу, кстати, если что, ребят. Да охренеть! Почему так телепортируют жестко-то, блин? Почему, блин, не в замок какой-нибудь? Не, ну здесь попроще, чем в той, конечно, локации, но тоже жестко. Ладно, сейчас следующий костер. Фу, да, здесь попроще было. Так, ну давайте, попытку отваги и чести. Ну, у нас просто, видите, оружие плюс ноль. Тут вообще, возможно, я тоже сломал сюжет, тут, возможно, ничего не будет. Или нет? Нет, вру, молчу. Это жесть. Так, ну отсюда мы телепаемся. Ладно, мы дошли до следующего костра. Продолжаем прокачку. Нам надо не сходить с пути, нам надо прокачиваться. Всем привет, в чем прикол? Пока слабо понимаю, люди донатят, шмотки появляются и пропадают.
О, спасибо за руны. А мне хватит на левел, интересно? Сколько левел стоит? Смотри, это интерактивный Elden Ring. Люди могут как помогать, так и мешать. Но так как мы только начали, люди рандомно жмут все подряд. То есть они не дожидаются момента, когда я буду бить босса. И просто выдает оружие. Я его начну бить, и будет иметь смысл, естественно. Но пока люди, да, люди просто все подряд скидывают. А ты волновался, что позитивные события кидать не будут. Ну, я ничего, Фомби, не хочу сказать, но пока я все еще с дубиной сосу всем мобам. Пока что, как бы, играть не получается. Но сейчас будет все. Сейчас я вот этого чела убью, и мы уже побежим, по идее, на босса. На первого. Ну, ё-моё. Хрененно удобно стало, спасибо. Я ни хрена... Эта тварь стала какой-то странной. Он... Может, ему реально... Может, подпатчили реально? Потому что она начала обходить, да, эту штуку? Неограниченные прыжки за 150 рублей. Так, ну, возможно, так у нас получится. Сейчас, погодите. Блять, кончились прыжки почему-то! Просто кончились, стамина фул была. Или не такие неограниченные получились, да. Да ёшки-матрёшки. Не, нормально, левел у меня уже решает, и броня нормальная. Оружие говно, конечно, не уверен, что убью босса, но... Попробовать уже как будто бы можно. Пойдем глянем. Терномонов активирует медведь РУН за 750 рублей. Так, ребят, медведя, как сейчас выйду с этого, видишь, спавны в этой локации запрещены, оно отложено. Сейчас мы с нее выйдем и поговорим со своим медведем. Дадим ему пизды. Вообще, ноль проблем, братан. Сейчас медведя трахнем, попробуем. Уровень кузнечного камня зави... Это... Бля, это жестко. Ну, стука. Етить урон. Пошел экшен, ребят. Пошел контент. На, нахуй. На, атака на 135. Получаю, тварь. Чё, засал? Ездить, он разбился башкой, что ли, об чё-то, или чё? Или он уснул? Он уснул! У меня спящий меч какой-то! Он уснул, смотри, опять! У меня меч сонный! На! Получай, гнилой медведь! Говна кусок! Блять, какое-то оно не такое удобное. Ну не, ну не на последнем хп. Ну не на последнем хп, как это бывает. Да дай встать, сука! Есть! Сколько опыта? 1005? Всего 1000! Так, мужики, короче, смотрите, сейчас не руиньте, дайте добегу. Мы сейчас добежим до кузнеца. Я возьму у него кузнечные камни следующего левела. Мы загрейдим себе все пушки. Я вспомнил, где что как делать. И обязательно трахнем всех боссов подряд. Окей? Дил? Тебе лучше... Активирует широкий персонаж за 200 рублей. Спасибо, Димка. Увернулся от стрелы, как вам? Как? Ладно, не увернулся, тяжело как-то. Блин, все. Но было круто. Так, давай вот этого трахнем, это очень важный чел. Он очень простой, очень важный. Терномонов активирует запрет на фляги за 150 рублей. Опять?
То есть меня опять телепнул сюда, но на другой костер. Ни хрена себе рандом. Ну блин, а о чем мне... Ребят, вы видите, из-за того, что я оружие не качнул, я сейчас качну оружие, вы меня будете телепать, и я буду всех убивать в этой локации нахер. Но я не могу с дубиной первого левела тут никого трахнуть, понимаете? Только себя. Ой. Давай. Они взорвутся сейчас? Бля, я просто... Так, мужики, еще раз. Дайте мне докачать. Погоди, не телепайте меня никуда. Ну я почти добежал до костра. Я же почти добежал до него. Вот ты, блин. О, идите, я... О, я маленье. Блин, я не маленье. Блин, сеты, конечно, классные. Вот это вообще, это самый лучший сет, вы в курсе? Если он у меня останется, всем пизда. Стоп, я ходить не могу. Бля. Я ни ходить, ни бегать не могу. Так, и как мне сейчас играть? Хорошо, музыку, похоже, можно вернуть. Похоже, с музыкой можно, ну, снова играть. Мне поебать, брат. Суки! Да почему же вдвоем-то вы где-то делаете? Биг босс идет! Блять! Я не думал, что он выйдет так рано. Так, ладно, за тренкой мы в этом сете не пойдем, ребят. Потому что без лошади... А, ну давай один раз попробуем, еще один раз. Так, я водовским, наверное, включу звук. Но ничего, я все равно пройду. О! Работает! Бля, это самая угарная комбинация. Да это пиздец. Какая минимальная стамина, ты угораешь? Ладно, я валю нахуй отсюда. Фу! То есть вы вдумайтесь, мы по сути, не считая фласок, впервые сейчас прокачались в игре. Потому что вы, сука, мешаете мне по КД. Пиздец, ускорил, потев, бро. Иду. Иду ускоренный. То есть обычно ускоренным ты не можешь на лошадь сесть. Ёб твою медь. Так а зачем с руинами-то? Я ее так не убью. Я весь замедленный, и мне полный пиздец происходит. Нахрен вы мне инвентировали камеру? Я ее так не могу убить. Дайте по-честному, сука. Дайте честного файта. Бей, бро. Ускорил. Есть, сейчас я ее дам. Иди сюда, сука. Пьем. Пиво пьем. Блять, кончилось, брат, так классно было. Было классно. Сука, дайте прокачаться, дайте мне. Это я прокачаю за 10 минут в этой игре. Но я не могу. Я не могу. Главное не умереть. Но мы ее не убьем. Ну давай, смотри. Это самая сильная моль в игре. На урон. Ебать, что происходит? Вы можете, ну, типа, отдельно челлендж такие, а че вы все сразу? Это пизда, это пизда. Не, нормально, я про, я про. Выждал после этого. Там еще краб. Это самый сильный, не краб, а рак. Рак это самый сильный не босс в игре, если что. Это самый сильный моб, не босс в игре. О, ща. Ну, блин, как не упасть-то с такой скоростью?
Когда кончится эта музыка. Так, ладно, эту музыку мы включаем только если широкий, ребят. Активирует убить обычных врагов за 750 рублей. О, нихера. Ты убил всех врагов. Локи, 13 тысяч опыта. Нихера ты тут сколько убил. Чтобы в этой локации убить на 13 тысяч, ты реально всех убил, походу. Надо было эту фигню в предыдущей Локи. Если бы в предыдущей Локи вы бы убили всех мобов, там бы я получил просто пиздец сколько. Погоди. Блин, ребят, может убить всех мобов в локации, как вам, а, идея? Я хочу костер! Я срочно хочу костер! Блять, если какая-то сука сейчас половину душу меня отменит... Все, не успел. Не донать, отменяй донат. Если ты там пытался, все. Сейчас повысить уровень. Стойкость, все в стойкость. Нам нужна суперстойкость, есть. И костер следующий найден. Отлично, ребят, отлично, все. Телепаемся к кузнецу. 69 на кир 666. Камера, сука! Да ну блин, ну! Ну камеру-то зачем? Я двигаться не мог. Не, ну круто, но... Блин, я их мог разъебать. Я двигаться просто не мог. Из-за камеры. О, нормально, нормально. Продолжаем. Генерируем контент. Борис активирует случайная телепортация за 1000 рублей. О, ноу. Мужики, дайте мне секунду прокачаться. Ну вы чё, блин? Минус 300 было? А чё ты закидывал? Сейчас гляну. Открепить камеру? А, ну сейчас сделаем, сейчас. Ну и чё, скучка, весело тебе? 69 на кир 666 активирует гигантский шар за 325 рублей. Подожди, а где он? А, вот он. О, подожди! Подожди, фарм-симулятор сейчас будет. А ну, мужики, а ну сюда его, сюда. Борис активирует убить обычных врагов за 750 рублей. Блин! Так, спокойно. Спокойно. Чтобы... Так, спокойно, никаких телепортов. Всем отпустить ручки от клавиатуры. Всем ротики закрыть. Карточки убрать. Почему шар-то не умер? Бегу! Ребят, внимание, у нас широкий персонаж. Блять, подожди, что? Это сколько стоило? Он за 8 тысяч обнулил уровень, к которому я шел весь стрим сегодня. Ну, блин. Спасибо большое. Наверное, это должен сказать. Наверное, я должен был это сказать, да? Бляха, муха, сволочь. Ладно, я чай пил, я его вызову заново и точно в той же позиции. Я просто пивнул чай. Я просто в шоке с того, что мне уровень обнулили. Извините, я дар речи потерял. Я Родана перепризову в том же месте, чтобы по-честному все было. Блин, он реально мне просто все обнулил. Так, а за Родана дали опыт? Не дали. Все, тогда я повторю, как это было, ребят. Я стоял здесь. Он засумонил Родана. Я не могу альтабнуться! Я альтабнулся, нормально. Я не мог альтабнуться, ребят, я не знаю почему. Сейчас, ребят, я с Роданом повторю, но потому что мне не устраивает то, что произошло.
Так, вот мы такой, вот Борис Б, активировал Радана. Я такой начал пить чай. Теперь я отошел сюда. Тить, он на лошади едет. Подожди, он не упал? Блин, это проблема, ребят. Hello. А где награды? Бесплатный Радан? Что? То есть я реально убил бесплатно Радана, да? Угу. Ну, ладно. О, неограниченные прыжки, ребят. Это оно. Ну, это же, наверное, так работает, правильно, ребят? Мы пробуем? Поехали. Нет, не так. Похоже, не так. Ну, давай еще раз попробуем. Блять. Они что, кончились, что ли, только что? Так, ладно, спокойно. То ли еще будет, ребят. Мы молоды, у нас вся жизнь впереди. Так, поехали. Нам нужен следующий костер. Следующий костер. Телепаемся к кузнецу. Мне задонатили на души. Я беру души. Грейджу пушку. Мне нужна пушка, ребят, другая. Организуете? Активирует королева Риннала за 750 рублей. Так, ребят, в этой локации события не работают. То есть Риннала зареспится, как только мы выйдем из этой локации. И поверь мне, ей не поздоровится, потому что я наконец-то прокачаю оружие. Наконец-то! Плюс 5. А где плюс 6 камень, блин? Все. Так, где мы будем Риннала убивать? Давайте сейчас место поудобнее, чтобы она не сбежала от меня. Давай здесь. Терновник активирует меняющееся оружие за 400 рублей. Борис активирует... Дайте подраться! Дайте подраться, подождите. Дайте просто с боссом подраться, блин. Я 3 часа тут сижу. Дайте с боссом просто подраться, блин. Ну чё вы, блин? Ну впервые возможность-то выдалась, блин. Ну чуваки, ну чё вы? Ну хоть просто люди думают, что я ни одного босса в этой игре убить не могу. Люди же вообще не понимают, что тут происходит. Я бы его трахнул бы одного боссика-то чисто так для этого, ну, для разнообразия. Если знаешь канализацию как свои 5 пальцев, то на проходе к младшему брату Мога на круговой лестнице лежит камень. Ну давайте просто тебе поверим. Я просто не помню точно. Я же туда до 5 сек дойду. Вот отсюда до него идти 5 секунд, смотри. Считай. Считай вот в тот момент, когда я скажу, ладно? Готов? Готовься пока-пока. Сейчас не считай, сейчас начнешь считать. Ты уже готов считать, нет там? Сейчас, готовься. Да сука ты, ну как так-то ты меня через стенку убил? А я купился на эту штуку, но тут 7-й камень. Готовы уже считать или нет? Активирует гиперускорение персонажа за 250 рублей. Ой, блин, гиперускорение это хорошая штука. Но... мне надо не свалиться не туда, короче. О, прикольно. Активирует гиперускорение персонажа за 250. Да блин, нет! Я не специально, мужики. Я не специально, но я не удивлен, что эта хрень 200 рублей стоит. Он настолько неадекватно бежит, что это даже мешает. Так, вы готовы, да, считать уже? Ну что за дерьмо-то? Ну что ты такой жесткий? Почему эта тварина такая жесткая? CPT.docota активирует ускорение персонажа за 150 рублей. Бля, я просто...
То есть он даже так попал, вы представляете? Он даже так попал. Это просто жесть. Так, а куда мне идти? Активирует случайная телепортация за 1000 рублей. Так, отлично. Ну, я успел взять костер. Я успел взять костер, ребят, все нормально. Погнали тут, разъебем всех. Работаю, Димка! Составь тварь! Вопросики есть какие-то? Вопросики по боссу есть, блядь, задавайте. Подскажу, расскажу. Слушайте, мужики, а давайте мы сейчас с вами сыграем вместе, как команда. Готовы? Вы готовы к этому? Смотрите. Смотрите, дорогие друзья. Я сейчас телепаюсь сюда. Я жму лапку, а вы убиваете мобов. Давайте. Один раз дуль, ну чисто по-братски. Иеронима активирует сервер древа РД за 350 рублей. Пока я этого моба убиваю. 69, убейте мобов всех, ребят! Активирует широкий персонаж за 200 рублей. Да что ж вы делаете-то такое-то? Вам мобов надо убить, ребят, вы перепутали! Одноклассник Дракулиды ГЛ активирует убить обычных врагов за 750 рублей. Хорош, хорош! Нормально! 358 тысяч опыта! Спасибо, Глеб! Вот, Глеб! Спасибо, Глеб! Вот это сыгрались, блин, вот это сыгрались! Хорош! Взял! Пас! Отлично, Глебаня пришел, отлично. Вау, шикарно, Глеб, спасибо тебе большое за то, что у тебя есть 750 рублей, когда-то было, точнее. Все, посрать, погнали по сюжету, ладно, шестой камень, ну не собрал и не собрал. Погнали, убиваем теперь Тысячерукова. А хп, а зачем мне хп? Они думают, меня кто-то ударит. Ой, эти, блин, одноклассники. Кто-то ударит меня, ну серьезно. Я боссов уработаю за пару секунд вообще. Любого. Поехали. Да подождите, и так сложно. Я не вижу ни хрена. Все, сейчас убьем. А что за станы? Почему я не могу двигаться? Блин. Неудачно получилось. Камера открепится сейчас вот здесь. Ну ладно, давай я вот так трахну. Я просто примерно понимаю, что он будет делать. Сука, это атака... Я эту не ожидал атаку. Эту атаку я не ожидал, это бред. Это бред, он ее никогда не делает после удара одиночного. Просто бред. Не, вот сейчас мы этого убьем, смотри. Какой же, посмотрите, я его даже с ускорением, блин, ни хрена не дамажу. Ну, по сути, да? То есть... Это нормально. Ой, габелла ему, он умер. Все, на, с 15 FPS убили. Так, теперь идем Риналу убивать с псом. Сюда, псина. Ах ты, сволочь. Ха-ха, ах ты, помощник мамин, молодец. Я так счастлив, я так рад, что я убил эту собаку. Куда дальше? 666 активирует зверя Эдена за 3000 рублей. Ёбаный.
Да, тут немного места не хватает для двери Элдена, поэтому... Поэтому... Может подлагивать. Есть. Найс. Вторая фаза, работаем. Бля, а где камера-то? Бля, вы камеру оставили в прошлом помещении. Молодой человек. Бля. 66666 активирует огненный великан за 2500 рублей. Он великан ее сейчас убьет. Я просто бегу. Я просто бегу. Сейчас камера, когда вернется, нормально будет. Блять, нет! Пей! Камера, ну давай уже! Ну пиздец. Где я? Это левая рука. Как с этим работать? 666 активирует огненный великан за 2500 рублей. МЛ-1-0-0-8-9 активирует наложить щит за 50 тысяч поинтов. Так. Где огненный великан? Сейчас мы узнаем, ребят, не переживайте. Вот он. Нормально. Ребят, щит можно обновить, пожалуйста? Ладно, можно не обновлять. Он на месте перекат сделал. Он сделал на месте перекат. Такое задоджить я не смог, ребят, сорян. Я думал, он помогать будет. Ну, великан бы помог на боссе, да. Он просто он бы сначала убил меня. Хотя, может, сначала и боссом. 66666 Акира, ты, блин, ты у тебя биткоин или что? Объясни мне. Ну он тут... Он не работает в таких помещениях. Ты понимаешь, что ты зря тратишь свои деньги. Я даже посмотреть на него не могу вдоволь. Или ты мне 40-90 сжечь хочешь? Так ты на улице был. Ну так, блин, не спеши, блин. Я ничего даже сделать не могу, блин. Он... FPS падает из-за помещений закрытых. Все, мы навсегда это вынуждены смотреть на... Нет, нормально. 69666. Что происходит? Я не пойму, босс появился или что? Блин, и босс, и низкий FPS, я понял тебя. Ну, блин! Слава богу, библиотека спасает. Вот сразу уже говорили, ребят, в детстве нам, да, что знание — это сила. Посмотрите, как книжные стеллажи держат ласт босса в этой игре. Вообще без проблем. Так, Акира, тебе запрещено донатить больше. О! Ебать, это что за пушка такая? Это хорошая какая-то была. Верни! Это неплохая тоже. Да хватит менять, оставь что-нибудь. Естественно, фигня самая, да, осталась. Просто какой-то кортик. Как которым даже колбаску не порежешь, блин. Ё-моё! Да я с трудом ее добил до второй фазы, охренеть. Ой, етить, это пойдет. Иди сюда. Спасибо большое. Изи босс. Вот сейчас гиганта бы развалили. Да ё-моё! Это не то чтобы... Бегу. И оружие дерьмо!
Бегу, 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 бегу. Давай! Я его не нокнул, брата. Да как это промахивается? Нет! Щит есть, нормально, нормально, нормально. Есть. Евген, походу, хочет следующую игру посмотреть. А, они же оба сразу повязали. Так, ну что, поехали. Урон, конечно, я балдю, бом-бом. А как побеждать? Хорош, брат. Подожди, а где? Почему второй тип так долго появляется? Евген, тебя заебал Elden Ring, скажи честно. Признайся честно, скажи просто. Я хочу, чтобы это кончилось. Не, ну мне нравится, что ты мне помогаешь, потому что вообще мы обычно однобоко видим игру, мне только мешают, да, а ты помогаешь. Что это, спидран, ребят, ну, блин, скилл не пропьешь, что я могу сказать. Без ваншота, бро, окей? Он меня ваншотает, ребят. Какой же недокач. Он меня с обычного спыла шотнул. Так, а что ты сделаешь, когда я подойду и вот так сделаю? Да, угарно. Но несешь сосать, ребят, несешь сосать. Да все, все, заткнись, ты базаришь дольше, чем мы дрались, братан, ты слишком слаб. Не то чтобы я что-то жду, ребят. Задел, я прям на макс рейндж. Я прям на макс рейндже же был. Пиздец. Я как будто на последний пиксель достал. Ёб твою мать. Столько инвестиций было в это убийство. Евген, прости. Он буквально последним пикселем меня задел. Последним. Активирует ускорение персонажа за 150. Бегу! Во! Я говорю с кровотечениями. Да какие руны? Зачем мне руны ваши? Какой цвет волос? Зачем он мне? Животное это уберите от меня лучше. Здесь! Как же легко. У, вылететь врагов кто-то завязал? Я сейчас никнейм его посмотрю. Он не успел? Бомби, а он вылечил бы моба? Вылечил бы. Ты не успел. А чё ты тянул, блин? Было бы угарно. Клипчик, хайлайтик. Кайфарик. Как лицо? Так у меня нормально. С усложнением убили сложного босса.
активирует гиперускорение персонажа за 200 рублей. Есть! Легко! Спасибо, Евген. Блин, я так чувствую, ты там передонатил уже это. Спасибо тебе большое. Нет! Да ну что за что-то? Я дай встать! Тысяч поинтов. Активирует случайное оружие, правая рука, за 300 рублей. Я захожу уже? Интересно, меня телепнет? Охуенно! Где он, блин? Извините, я проиграл. Капитан Ламин активирует гипер... Ифркс активирует наложить щит за 50 тысяч. Меня как будто троллят. То есть я бью босса 5 минут, и когда я умираю, мне дают гиперускорение. Меня как будто троллят, ребят. Так, ладно, давайте, ребят... Думаю, последнее какое-то количество драйв попробуем. Да-да, нет-нет. Чё, понял, что проебал? Начал спамить молнию, да? Понятно, я б так же сделал. Я б так же сделал. Пастос ты вонючий. Соси лошара, блин. Он, короче, видели, да? Он понял, что он начал сосать. Тут же начал спамить одну атаку. Как ваш друг в детстве, который, знаете, пришел, типа, у него что-то одно получилось, и он начал это спамить, потому что, ну, как бы, не проигрывать же вам. И вы его начали ненавидеть после этого. Давай, мужики! Какая, блядь, инверсия камеры, сволочь? За что? Что это за пиздец происходит? Такого никогда не было. Он активирует сразу 3 атаки подряд, серьезно? А как мне это дожить вообще? Я на планету другую улететь должен, что ли? А чё никто не руинит? А, да, мне ж только что помогли, да-да-да. Я даже, да, никто не руинит, блин. Чуваки, а чё не руините? Помогаете мне, инверсию камеру включаете, вот это вот всё. Когда руин будет? Так, всё, ласт попытка, ребят. Всё, ласт попытка, и официально мы закончили. Всё, ребят. Всё, ребят, на этом... На этом мы кончаем. Время идти, время сдаваться, время двигаться дальше.